Здравия желаю, уважаемые телезрители. Итак, где-то часа два назад я показывал инерциоид. Вот. БТГ-инерциоид. Ну, показывал без нагрузки. Сейчас попробуем с нагрузкой. Ну, кто впервые смотрит, показываю еще раз. Так. Мотор на 300 ватт, генератор на 50. Такая схема. Мотор крутит, генератор вырабатывает ток. В чем смысл? Смысл в том, что, как я рассказывал, разделяется энергия 1 к 10 благодаря инерции и обратному реактивному току. Так. Запускаем, значит, берем лампочку на 102 ватта, вон она, ну сейчас увидите, и запускаем схему. Запускаем схему, итак. Одна десятая работает, секунда стоит. Так, как видите, лампочка горит. Напряжение выхода. Сейчас разгонится, определим. Так, доходит. Напряжение выхода. 6,59. Сейчас еще там разгонится. 6,59 максимум, минимальная. Так. Пять семьдесят. Запишем. 6,59 и 5,70. Это нам нужно будет для вычисления. 6,59 и 5,7. А теперь посмотрим расход. Расход этой системы. Чем она хороша, она работает тихо. Та помощнее, с одной стороны. Но и больше брет, и работает шумно. Грохот большой. А это почти не слышно. Так. Напряжение без изменений. Так. Так, пока выключи. Значит, расход понятен. Расход системы понятен.
Сейчас посчитаем расход. Итого у нас 3 помножим на 180 и плюс 11. 191 помножим на 300. Разделим на 3600. 15 916. Тысячу разделим на 15 916. 62,8, 63 вата. Значит, трата тока 63 вата, 62,8, ну 63 запишем, 63 вата. Лампочка на выходе на 102 ватт. При 12 вольтах. А у нас было 6,59 и 5 максимально, и минимально 5,7. Плюс 5,7. 12,29 разделим на 2. 6,145. Так. 12 разделим на 6,145. 1,95. Так. А теперь 102 лампочка. А нет, неправильно. Не 12, я замер снимал при 11,7. Это я помню. У меня 102 ватта было. 1,7 разделим на 6. 145. 1,90. Так. 102 разделим на 1. И 9. 53 ватта выход. 53,6. 11 раз. Помножим на 11. 590. Выход. 63 ватта растрата. 590 делим на 63. И помножим на 100. КПД 937. 7%. Так. Еще приплюсуем 63. Ну там не 63 будет, а пусть 50. 50 еще 10 раз, так как это мы взяли вход и выход, а еще работу, КПД это же работа, затраченная работа и полученная работа. Значит, по 50, чтобы крутить этот мотор при такой скорости, чтобы светилась лампочка, в течение 1 секунды. Надо 50 помножить на 10, 500 ватт. Ну, это имеется в виду, 500 ватт это разделить на 3, там, на 3600. 500 ватт мы считаем по часам. Так, 500 ватт и тут у нас, а я не посчитал, заново посчитаем. 6,145, и тут у нас надо было записать. 102 разделить на 6, 145. Что-то не то. А, это напряжение 6,145. Нам надо 12. 12 разделить на 6. 145. 1,95. Не 12, а 11. 11,7 разделить на 6 целых
145. Получается 1,90. А теперь 102. Разделим на 1,9. 53,6 помножим на 11. 590. И плюс 500. 1090. А трата 63 ватта. Разделим на 63. Помножим на 100. 1730,99, то есть 1731%. Но, возможно, и больше, так как запас там еще был, то есть нагрузка не вся шла как бы. Ну и это нормально, то есть КПД 1731% такой схемы. Под нагрузкой.